Опора семьи – люди, на которых всегда можно положиться и на работе, и в семье. За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных ценностей в регионе наградили примерных пап. В их числе отец пятерых ребят Александр Чудин. В чем секрет счастливой семейной жизни семейства Чудиных, сегодня узнала Дарья Соловьева. Александр Чудин познакомился со своей супругой более 10 лет назад. Будущему мужу в Марии понравился характер, умение отстаивать свою точку зрения. С того момента они неразлучны. Когда разговор зашел о детях, супруги шутили, что хотели бы хоккейную пятерку. Так и вышло. Началось с того, что мы хотели иметь мальчика. Вот у нас удалось, у нас первый мальчик, Андрюша, родился. Так получилось, что неожиданно следующая родилась у нас девочка. Ну и мы уже не стали останавливаться. В следующем году пара отметит розовую свадьбу. Как известно, дети – цветы жизни. И за это время Александр и Мария собрали целый букет. Супруги воспитывают Ивана, Андрея, Софию, Екатерину и Александра. Старшему Ивану уже 18, и мама называет его своей третьей рукой. Молодой человек с большой ответственностью подходит к своим обязанностям в семье. Если мама с папой что-то меня просит сделать, я, конечно же, им не откажу. Помочь брату с уроками, уборка также лежит на мне. Чудиный пример для всеобщего подражания. В этом году Марию наградили почетным знаком «Материнская слава». И вот семейная копилка пополнилась новой наградой. Александру вручили почетную грамоту Волгоградской областной думы. Супруги признаются, секрет семейного счастья простой. Один за всех и все за одного. Друг за другом, как паровозик. Паровозик отцепился и... Нет, все. Один ты не в силе. Чтобы на каждого ребенка хватало хотя бы по 5-10 минут и уделить ему каждому внимание. Это очень важно для ребенка, потому что большая семья – это очень такой ценный ресурс. Труд родителей насколько важен, настолько и труден. В воспитании детей мамы и папы вкладывают всю душу, делают все ради своих чад. Александр Чудин признается, многодетный отец – человек, который постоянно учится вместе с детьми. Все пятеро ребят занимаются в Центре социального обслуживания населения. Каждый нашел занятие по душе. Пока психолог консультирует Ивана по вопросам профориентации, малыши в соседней комнате с неподдельным интересом делают куклы-обереги. Я буду говорить все мои секреты. У нас проходит мероприятие в рамках месячника по пропаганде семейных ценностей, да, где мы через творчество пытаемся детям рассказать вот об этих неприходящих ценностях. Доброта, семья, взаимопомощь, взаимовыручка. Именно в семье дети познают самые разные и такие нужные в жизни чувства. Уважение, доверие и заботу. В семье складываются традиции, которые потом передают из поколения в поколение. Александр и Мария Чудины – яркий пример семьи крепкой и счастливой. Дарья Соловьева, Роман Седлецкий. Время новостей.